Всем привет! Сегодня я приготовлю очень вкусный десерт. Это будет тертый пирог с творогом и абрикосами. В народе этот пирог называют царская или королевская ватрушка по нашему семейному рецепту. Итак, какие продукты мне для этого понадобятся? Для теста мука, сахар, яичные желтки, сметана, сливочное масло, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. Для начинки творог, абрикосовый джем, свежие или консервированные абрикосы, кукурузный крахмал, ванильный сахар. Сначала приготовим тесто. Муку просеиваем через сито. В муку добавляем все сыпучие продукты. Ванильный сахар, разрыхлитель, соль, сахарный песок. Перемешиваем. И натираем сливочное масло из холодильника. Обваливаем его в муке, так легче будет натирать на терке. Масло хорошо перемешиваем вместе с мукой. Аккуратно отделяем белки от желтков. В тесто нам понадобятся желтки. В муке делаем лунку и туда отправляем желтки. Белки нам пригодятся для начинки, их убираем в сторону. К желткам добавляем сметану и замешиваем тесто. Тесто долго вымешивать не нужно. Стараемся как можно быстрее вымесить, чтобы получилась однородная масса. Как только всю муку собрали, тесто готово. Вот такое тесто у вас в итоге должно получиться. Подготовленное тесто делим на 5 равных частей. Заматываем в пищевую пленку и убираем в морозильную камеру. Обратите внимание, какое тесто получилось в разрезе. Оно у вас не должно быть забитое, плотное. Должно быть вот такое. Пока тесто замерзает в морозилке, сделаем начинку. Яичные белки взбиваем с ванильным сахаром. Сильно взбивать не нужно, вот так будет достаточно. К белкам выкладываем абрикосовый джем или варенье и добавляем творог. Перетираем все блендером. Начинку долго перетирать не нужно, главное, чтобы смешались хорошо ингредиенты. И в конце добавляем кукурузный крахмал, снова перемешиваем, и начинка готова. Из абрикосов вынимаем косточку и делим их на 4 части. Прошел 1 час, тесто замерзло, натираем его на крупной терке. Для нижней части пирога мне понадобится 3 кусочка. Равномерно распределяем тесто по всей форме и делаем небольшие бортики. Поверх слоя теста выкладываем начинку. Разравниваем и добавляем дольки абрикосов. Дольки абрикосов стараемся утопить в начинке. Сверху натираем 2 оставшихся кусочка теста. Ровно распределяем тесто.
Подготовленный пирог убираем в разогретую духовку на 180 градусов и пекаться минут на 40. Смотрим, пока верх подзолотится. Прошло 40 минут, пирог готов, ждем, пока он остынет. Нет больше сил ждать, пирог полностью не остыл, он еще теплый, но стоит потрясающий аромат от абрикосов, от ванили, я не знаю, от выпечки. Бедные наши соседи, быстрее хочется отрезать уже маленький кусочек и попробовать, что же в итоге у меня получилось. И я думаю, что мы сейчас это и сделаем. Ну что, пробуем. Пирог получился просто потрясающий. Тесто рассыпчатое, пушистое, нежное. Такое тесто получается, когда в песочное тесто добавляют сметану. Она просто как пух. Но аромат абрикоса с творогом, это вообще не комментируется, это без слов. Идеальный пирог, готовится просто. Всем приятного аппетита, всем пока!